Знаете ли вы, что вода в пластиковых бутылках может поставить вашу жизнь под угрозу? Удобные в использовании ПЭТ вредны для здоровья. По словам специалистов, пластик содержит вредные химические вещества, часть которых попадает в жидкость, которую мы выпиваем. В этом выпуске рубрики «Здоровье» врач-гигиенист Лилиана Карп рассказывает об опасности, которой мы подвергаемся, когда пьем воду из пластиковых бутылок, и чем их можно заменить. Poate agrava starea de sănătate prin faptul că se afectează sistemul endocrin, în special disruptorii endocrini care acționează în special asupra sistemului endocrin reproductiv al femeii. Бутилированная питьевая вода содержит талаты и бисфенол – химические вещества, которые влияют на овуляцию и могут вызвать гормональные нарушения или способствовать раку. Также они могут стать причиной ожирения, бесплодия, панических атак, болезни сердца и дыхательной системы. Sistemul digestiv este afectat atunci când se consumă într-adevăr apă care au proliferat microorganismele patogene. Atunci se pot dezvolta, de exemplu, în cazul consumului acestei ape, diferite dereglări gastrointestinale. Ca simptome pot fi diaree, pot fi vomă, pot fi febrilitate. Также важны условия содержания и хранения ПЭТ. Ведь при нахождении на солнце более 2 часов риски для здоровья возрастают в несколько раз. По мнению врачей, ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной к употреблению. Ведь в любой воде под воздействием солнечных лучей размножаются бактерии. Определить испорченную воду можно по неприятному запаху, горькому или кислому вкусу. Пить ее категорически запрещено, поскольку можно отравиться. Связаны кондиции пропития, фаворабили для пролиферария, дезволтария микроорганизмов, патогени, че поте эффекта старе де санатати. Но рекомендуем на астфел де казури, ка сфи утилизати речипиенти дин стикла. Iar consumul apei, dacă și îmbuteliate, consumul apei din sticle, o sticlă opacă, care după deschidere poate fi reciclată. Se recomandă termosurile și sticle, recipientele din sticlă, chiar dacă ele poate ar părea că ele sunt incomode, în schimb, ele nu prejudicează sănătatea atât de mult ca utilizarea sticlelor din plastic. Если вас беспокоит качество бутилированной воды, альтернативной может стать водопроводная. В этом случае нужно лишь убедиться, что она получена из безопасного, чистого и проверенного источника. Oamenii sunt nu steamă să utilizeze apă din robinet, din robinete, în special din orășele. Deoarece apa din robinet este conformă prevederilor legii privind calitatea apei potabile, este o apă sigură, este o apă dintr-o sursă sigură, adică se consideră că nu prejudicează sănătatea. Команда Newsmaker спросила жителей столицы, знают ли они о негативном влиянии пластикових бутылок. Cumpărați sticle de plastic totuși? Da, cumpărăm. Eu am problemele mele cu sănătatea și adică eu iau ce mi-e ușor pentru ca să duc. Sticla de espuma es más grea. Demasiado. Deberíamos volver a las botellas retornables de vidrio, que todo lo que está contenido dentro de un plástico no es bueno para la salud, pero en realidad no se mucho más. Riscul este incinarea a planetei, deoarece plastica foarte greu se descompune și din cauza aceasta rămâne în solurile pământului și distrug vegetația, distrug și animalele au de suferit foarte mult din cauza aceasta. Desigur, cumpăr, deoarece e cel mai, spunem așa, accesibil mod de a cumpăra apă. Încerc de multe ori să, dacă găsesc, să iau apă de la izvor. De multe ori chiar merg cu mașina și îmi fac rezerve, dar... În recipient de plastic sau din sticlă? De plastic. Согласно отчету Plastics Europe, во втором квартале этого года производство первичного пластика возросло на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличивается по сравнению с 2023 годом. На этом наша рубрика заканчивается. Надеюсь, информация была полезной. Увидимся на следующей неделе с новой дозой здоровья. Оставайтесь Newsmaker, чтобы быть в курсе последних событий.